Уровень общей безработицы в Якутии за полгода снизился с 7,5% в 2013 году до 6,9% в нынешнем. Но по итогам года ожидается цифра примерно в 7%. И это пока неплохо. В ближайшем будущем количество людей, попавших под сокращение, окажется гораздо больше. Рынок труда меняется очень стремительно. Если сегодня еще требуются рабочие в горном производстве, через 5 лет их могут заменить роботы. Казалось бы, привычные, нужные нам сегодня бухгалтерии или юристы завтра едва ли смогут найти работу. Востребованными станут специалисты, умеющие управлять роботами в любой сфере – на транспорте, машиностроении или медицине. Все риски с катастрофическим ростом безработицы государство должно свести на нет. И наша задача, вот как службы, органов службы занятости, как раз таки заключается в том, что сокращение, если будут происходить вот по этой линии, да, по модернизации, люди будут освобождаться, и вот с этим взрослым населением нам же надо заниматься, либо они будут пополнять ряды безработных граждан и жить на пособии, это наихудший вариант, да, либо мы этих людей будем переобучать и направлять в те отрасли, где это будет востребовано.